P2P арбитраж – это заработок на перепродаже крипты. Трейдер покупает монеты по низкой цене, продает их дороже, а разницу кладет в карман. Приветствую вас на канале, и в данном видео я покажу пошаговый разбор. Сегодня мы рассмотрим арбитражную связку Litecoin USDT. Для того, чтобы быть в курсе всех новостей, подпишись на наш телеграм-канал. В нем вы сможете найти для себя полезную информацию о арбитраже, а также разные связки на свой вкус. Мы будем рады всем новым подписчикам, и как только будет круглое количество на канале, выложим новую прибыльную связку. Итак, переходим к связке. Переходим в торговлю и на спотовый рынок. Ищем и выбираем торговую пару Litecoin USDT. Выбираем маркет или рыночный тип ордера и указываем количество USDT. В нашем случае для наглядности 19 тысяч долларов и покупаем. Ордер был исполнен моментально. Переходим в кошелек, раздел Fiat и Spot. Выбираем Litecoin и нажимаем «Вывод». Проверяем наличие монет и переходим на платформу. Если еще нет аккаунта, то регистрируемся. Если есть, входим. Переходим на платформу. Прежде чем начинать, обязательно убедитесь в том, что Litecoin стоит дороже, чем на Binance. Стоимость Litecoin'а больше. Разница и есть наш спред. Переходим на домашнюю страницу и нажимаем «Депозит». Вводим количество монет, которые купили ранее, и нажимаем «Get адрес». Копируем адрес и переходим на Binance. Вставляем адрес. Сеть выбрана Litecoin. Вводим количество и нажимаем «Вывод». Еще раз все проверяем. Проходим проверку безопасности. Средства ушли. Переходим на платформу «Upbit». Средства обычно поступают в течение 3-7 минут. Можно не ждать, а просто вернуться обратно. Средства уже отображаются на нашем балансе за вычетом комиссии за депозит. Перейдем во вкладку обмена. Выбираем, что мы отдаем Litecoin, а получаем USDT. Обмен прошел успешно. Возвращаемся на главную страницу. Выбираем USDT и нажимаем «Вывод». Выбираем Tether TRC20 и вводим количество. Теперь нам нужен адрес. Для этого возвращаемся на Binance. Заходим в кошелек, раздел Fiat и Spot, выбираем USDT. Сеть выбираем аналогичная, TRC20. Копируем адрес и возвращаемся. Вставляем и отправляем. Средства ушли на Binance. Вернемся на Binance и перейдем в раздел «Транзакции». Как видите, средства успешно зачислены на наш баланс, и при этом чистая прибыль составила 1590 долларов.